Для начала у нас разогрев. За плечи. За плечи. И берем друг друга. Веселье происходит между школой номер 9 и ее структурным подразделением, детским садом, известным в народе под номером 3. Детский праздник проводится в честь сдачи в эксплуатацию маленьким клистовчанам детской игровой площадки. Очередной объект, который появился в городе благодаря проекту «Уютный город» компании «Уралкали», осматривает семья Ткачук. Их папа помнит, что раньше тут был скучный пустырь. И приятно, когда появилась совсем другая картинка. Безопасно, потому что по современным стандартам резиновое покрытие, все соединительные узлы у комплекса покрыты пластиком, что дает гарантию, что ребенок не травмируется при передвижении. Сейчас местные жители привыкают к новому названию этого пространства – сквер Преображенского. Перемены в территории напрашивались давно, но стали возможны лишь когда активисты Тоск-Листовка объединили усилия с депутатами-калийщиками и начали штурмовать идеями конкурсы проектов инициативного бюджетирования. Площадка, данный сквер появились благодаря инициативным жителям данного микрорайона и города Соликамска, и также при финансовой поддержке компании «Уралкали», ну и, конечно же, при поддержке администрации городского округа. Поэтому наша компания, руководство компании всегда относились ответственно к тем мероприятиям социальным, которые происходят в городе. Ну и сегодня одно из небольших подтверждений нашей совместной, плодотворной, красивой, хорошей работы. Порадовался вместе с жителями глава города Евгений Самоуков. Я поздравляю всех вас. Благодарность всем, кто принял участие, и в том числе компания «Уралкали», которая помогла этой истории сбыться. Я говорю огромное спасибо за поддержку в реализации этого проекта компании «Уралкали». Действительно, есть где развиваться, есть куда развиваться. Приходите, подсказывайте, будем пробовать, будем реализовывать. Мечты сбываются. С праздником! А вот и отзывы от участников праздника, юных местных жителей, для которых это все и сделано. Площадка клевая, классная, веселая, но только ее нужно беречь. Как тебе сам праздник? Мне сам праздник очень нравится, нужно почаще проводить столько мероприятий для детей. Лев Милюхин признается, что для детских хороводов и шуточных эстафет уже слишком взрослый, но появление детской игровой площадки оценил. Я уже сам вырос, что тут бегать, прыгать. Но я понимаю, что детям это надо, потому что это детство. Они сейчас беззаботные и любят прыгать и скакать. Надо сохранять и беречь эту площадку? Да, надо. Ведь будут хорошие эмоции. И людям будет радостно видеть, как их ребята радуются. Отметим, радости ребятам и родителям компания «Уралкали» начала добавлять еще в прошлом году путем реализации проекта «Уютный город» в округах депутатов-калийщиков. Разнообразные детские игровые комплексы открывались такими же веселыми яркими праздниками. На то, чтобы город стал уютней, в этом году на строительство 5 игровых комплексов предприятие направило 10 миллионов рублей. Желают, чтобы эти объекты прослужили жителям долгие годы. Антон Старостин, Павел Двинянинов и вся телекомпания «Соль ТВ».